А сейчас наша студия отправляется в путешествие. Мы едем в Берри. Маленькая страна идет в гости калейдоскоп. А что такое калейдоскоп в Берри? Вот сейчас мы и узнаем. Сейчас Оксана и Сергей расскажут маленькой стране, что такое калейдоскоп в Берри. С удовольствием. Калейдоскоп – это семейный образовательный центр для детей и их родителей. Идея семейного бизнеса к нам пришла благодаря нашим детям. Как родители 4 детей и одного внука, мы всегда были очень заинтересованы в воспитании и образовании наших детей. Наша миссия – это организация места и пространства, где дети могут развивать свои таланты, находить новых друзей, а также классно проводить время всей семьей. В нашем центре «Калейдоскоп» мы предоставляем различные услуги. Это когда родители могут прийти со своими детьми и просто провести время вместе. Проведение день рождения, проведение правит ивентов. Мы приглашаем различные школы для специальных программ и обучающих классов. Мы проводим йога-классы и данс-классы для детей. И многое другое. Все наше помещение поделено на две зоны. Одна зона – там, где дети погружаются в игру и творчество. Здесь огромное просто количество Лего, Кинекс и других STEM Toys. В этой же зоне наши ребята, наша команда проводит с ними игры и конкурсы с призами. Другая зона – это зона, где дети просто могут поиграть. Здесь у нас большая трехъярусная горка, и также есть на полу экран интерактивный с различными играми. Калейдоскоп ждет вас. Здесь вы можете провести время всей своей семьей. Дни рождения, летние, зимние, весенние лагеря. И также у нас проходят ежемесячные шоу для ваших детей и всей семьи. Плюс у нас еще есть две комнаты для проведения день рождения, где дети могут прекрасно провести свое время со своими друзьями. В нашем калейдоскопе также есть специально оборудованный класс для детей, где мы проводим различные классы для after-school программы и во время дней рождения. Калейдоскоп ждет вас, двери открыты. Калейдоскоп. Мне понравилось.